Добрый день, дорогие друзья. 15:53. Вот с таким вот уловом покидается общий водоем. День добрый. Добрый. Вчера приехав к нам на сутки, еще несколько часиков, и у вас были бы действительно сутки. Как проведено это время, расскажите. Ой, приехал вчера, зарыбил, закинулся, поставил поставушки, по железу, по резине не пошел, просто на поставушки. Приехал как бы отдохнуть и развеяться. Вот. Вечером проклевалось, взял несколько штук. Вот. Стемнело, пошел отдыхать, так как ночью она не ловится, или я так думаю просто, что она ночью не ловится. У меня она ночью не ловится, да? Вот, да, у меня ночью не ловится. Вот. Утром перед рассветом, само собой, проснулся, перезакинулся по ставушке, вот, стал ждать на зарыбление, было зарыбление, прям неплохое, ну, как неплохое, по крайней мере, что я видел, хорошие экземпляры. Вот. А на зарыбление взял 3 или 4, уже брехать не буду, не помню. Вот. Взяла как и на пасту, так же и на железо. Вот. Резина молчала. Потом дали небольшое затишье, и вот после зарыбления вот по всему водоему разбросаны были поставушки, вот так вот были. Нахватал по чуть-чуть. Наковырял, вот. Да? Да, наковырял. Есть достаточно интересные вот экземплярчики. Да. Вы недаром положили вот пачку, да? Конечно, само собой. Вот. Это фишечка такая. Это ваша фишка, да? Рыбалкой доволен, отдохнул шикарно, отвлекся от обыденного. Вот. Поэтому сам результат налицо. Вот. Сейчас посмотрим, сколько у нас он выйдет на весах, ваш результат. Всего доброго, до скорых встреч, с наступающим и до свидания. Рановато. Всего доброго.